На прошлой неделе более 60 водителей узнали, что бывает за нарушение правил дорожного движения. Одни из них отделали штрафом, другие, что называется, сложили права в долгий ящик. Подробности в нашей рубрике «Дорога. Территория закона». 29 января в 14:10 на трассе Белореченск-Ханская водитель «Шевроле» нарушила безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем «Вортекс», который ехал впереди. В результате ДТП травму получила водитель «Шевроле». Девушка была госпитализирована в ЦРБ, сейчас она проходит стационарное лечение. 31 января в 10:10 на пересечении улиц Интернациональной и Гоголя водитель «Жигулей» при повороте не уступил дорогу «Ниссану», который ехал по встречной полосе. После столкновения иномарку отбросила на пешеходную зону, но перед этим «Ниссан» сбил пожилую женщину. Она в момент аварии собиралась переходить дорогу. Женщину и водителя «Жигулей» доставили в ЦРБ Белореченска.